Всем привет, друзья. Что же происходит? Вино из персика долго стояло, температура была где-то плюс 7 в гараже в подвале. Ну, зауксилось, и вот этот уксусный запах приобрело. Значит, вот в бутыле я тут марлечкой прикрыл вот такой вот реальный персиковый уксус. Он гуляет, уже уксусная бактерия поела весь спирт. Ну, в общем, это уксус. Значит, один бутыль еще я спас таким вот образом. Вот спасаю второй. Значит, вот так это все выглядит. Там, ну, запах уксуса есть, но такой. Еще есть шанс его спасти. 44,7 градуса сейчас показывает. Ну, это с AliExpress приобретенный такой градусник электронный. Ссылку на него я оставлю. Он здесь на двух батарейках. У меня сейчас стоит одна. Ну, а второй конец, конец измерительный опущен вовнутрь. Значит, что происходит, что делаю? Ну, собственно говоря, пастеризация при температуре 70 градусов, до кипения ни в коем случае не доводить. При температуре 70 градусов нужно продержать его 15 минут. После этого остудить до 30, добавить сахара винных дрожжей и опять на брожение пусть взбраживает. Итак, друзья, ну вот прошло 2 дня после того, как вся эта процедура была проделана. Значит, посмотрите, какая шапка бродит, гуляет, играет. Запах отличный. На вкус я попробовал, небольшая есть кислинка такая, ну то есть в вине она останется. Но запах уксуса полностью пропал, исчез. Запах алкоголя преобладает, запах персика тоже имеется. Гуляет здесь, вон булькает, видно, не видно, сейчас булькнет. Ну, то есть процесс запущен снова. Здесь играет, сейчас поближе. Вон процесс идет. Ну вот каким образом можно спасти зауксившееся вино, которое пропало, которое вы потеряли. Но второй бутыль вы видели, да, у меня уксус. Не знаю зачем, будем мясо в нем мариновать. Все, всем спасибо, пока. Вот такой лайфхак. Следите за своим вином, не забивайте на него. Ну а если вдруг приключилось, получилось, либо перегоняйте на самогон, либо попытайтесь спасти. Он опять только что булькнул. Все, пока. И ссылку на термометр оставлю в описании. До встречи. Кстати, ссылку на вот такой гидрозатвор тоже оставлю в описании. Всем пока.